дорогие друзья, с вами Ирина Быханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня я готовлю баклажаны. Я просто обожаю баклажаны и хочу поделиться с вами простым, но очень интересным рецептом. Баклажанчики получаются нереально вкусными. Давайте начинать. Для любителей баклажанов этот рецептик зайдет на ура. Нам потребуются баклажаны, помидорки, перчик, соль, чеснок, растительное масло. И берите любые специи, либо просто черный молотый перец. Но это уже все, что вы любите. Итак, давайте готовить. Берем перчик и нарезаем произвольными кусочками. Конечно, сначала вычищаем, убираем семена и вот так нарезаем. Далее берем помидоры и нарезаем. Далее нарезаем баклажаны. Берем сковороду, ставим на плиту, вливаем сюда масло. И сейчас нам нужно будет обжарить перчик. Отправляем сюда перец. И быстренько обжариваем. Здесь уже огонь делаем достаточно такой приличный, не маленький. То есть, чтобы сразу перчик жарился у нас. Перемешиваем. И жарим. Огонь я не убавляю. То есть, вот на таком огне среднем я готовлю. Жарим. Ну, минут где-то 5. Баклажаны любят масло, поэтому если вы чувствуете, что масла мало, добавьте еще. И вот теперь настал момент, добавляем сюда чеснок. Пропускаем через пресс. И соль. Можно добавить специи, я не буду. Даем чесночку выделить аромат и сразу добавляем сюда помидор. Еще пару минут все это готовим и можно пробовать. Я вам так скажу, это очень вкусно и ароматно. Можно, конечно, сверху еще зеленью посыпать, можно так оставить. Но здесь вкусно все. И перчик, и помидор, и, конечно же, баклажаны. Готовится буквально 10 минут, а вкус бомбический. Попробуйте, приготовьте, порадуйте себя и своих близких. Просто объедение. Это все на сегодня. Спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Внизу в описании я оставила вам две ссылки на мои каналы. Канал о жизни, влог Ирины Быхановой и канал с быстрыми рецептами. Готовим дома. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь. Надеюсь, что вам понравится. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!